Так, здесь же навигационные вышки, системы. Полностью стоит маяк. Лазил. Ну, посмотрим, сейчас может походим, очень жарко. А вот и Табарка, смотрите. Это там, где мы были. Почему мы сюда заехали? Потому что здесь будет такой замечательный вид, видите? Будет все перед нами. Юг Марокко перед нами. Страны Магриба перед нами. Санта-Пола, где мы находимся, тут вот все эти фортификационные вещи отмечены. Ну, то есть, понятно, здесь Гранд Аликант, Санта-Пола. Видите, как выходит сюда мыс? Вот здесь вот аэропорт. Ух ты! Коралл! Видите, какая здесь есть глубинная яма коралловая? Класс! Сейчас мы ее должны увидеть. Домики и немного людей, соответственно, сюда можно приезжать, вот там вот дома стоят и так далее. Вот они прекрасные пляжи. Целая карта, это вот Средиземное море, видите, полностью вот Санта-Пола, куда ходят паромы, и в Рим, и в Тунис, Триполи, Александрия, Народос, видите, это все как мореплаватели ходят, видишь.
3860 километров путей. Ну, тут надо, да, было этого плакатика постоять, поизучать. Видите, какие вещи? Куда раньше ходили? Нариманы. Вот и наш островок Табарка, где мы были.